Окей, с вами Шумики, мы продолжаем бродить игру под названием Bendy and Ink Machine. Короче, оно, как обычно, все заново началось, с первой главы. Но у меня же сохранение все есть, все главы открыты, поэтому я просто запустился с четвертой главы и дошел до этого снова момента, где мы с вами остановились. FPS, конечно, много. Куклы прикольные. That's one. Это первый. Always on time. Так, давайте вспоминать. У нас в жутке сейф, комната там есть. Обслуживание. Ой, точно, я про тебя забыл, подожди. Are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Так, ну пойди, что-то открыл. Да, открыл. Looks like I've got some. Похоже, впереди меня кто-то ожидает. Мне нужно оружие, без него мне никуда нет шансов. Должен быть способ обойти их. А я смотрю, здесь все три вида врагов. Но обойти-то обойти можно здесь. Так, сейф. Так это пустые банки. Бля. Натуре. Он меня достал. Я что, виноват, что они на банки не забайтились? А, подожди, все банки повыкидывались? Вообще идеально. Ага, тот идет, хорошо. А, сейчас он вернется, я выкину это и быстро пробегу. Хочешь, я тебе банку дам?
Домик ужасов. Аниматроники. Элс Бентон. Единственное, что работает здесь, это мое ЭПО. Поповина этих людей не знает ключ от парового котла. Куча дебилов, вот кто они. Проводя свой день в сладком помещении, споря о том, кто будет делать то или это, или играть в их глупые игры. Тем не менее, я не жалуюсь. Я трачу большую часть своего времени на себя. Это подходит мне просто отлично. Единственное, что мне нужно, беспокоит, это механический демон в углу. Бертрум работает над ним уже целый месяц. Говорит, что будет ходить когда-нибудь. И, может быть, танцевать. Но все, что он делает сейчас, бросает меня в дрожь. Я клянусь, когда я поворачиваюсь спиной, эта штука начинает двигаться. Это он за вот это, да, имеет в виду? Это второй. А, то есть оружие мне не хотят дать, да? Почему я оружие сделать не могу? Ладно, у меня осталось... Еще есть одна запасная банка. Меня увидели, да? Блин, а как мне бы так провернуть? Клоуна. Но я с собой одну возьму банку. Мне кажется, она пригодится здесь. Да ну не, ну возьми. Если что, вон в комната есть. Хотя и тут есть комната. Но сюда, чтобы прибежать, еще нужно постараться. А это сложно. Окей. Трупик. Место здоровое. Значит, я смогу бегать. А, это вообще какая-то горка.
Бедрум Пентон. Самый большой когда-либо построенный парк, душа аттракционов. Каждый более великий предыдущего. При мысли этого у меня выступают слезы на глазах. Но затем... Ох, мистер Дрю. Среди всех твоих разговоров о мечтах, ты истинный архитектор стольких кошмаров. Я построил этот парк. Он должен быть шедевром. Моим шедевром. И ты думаешь, что просто так можешь меня выбросить? Втоптать в грязь? Нет. Это мой парк. Моя слава. Можно подумать, что я ушел. Но я все еще здесь. А чем? У меня оружия нету. Алло, у меня оружия нету. Чем мне атаковать? Чем? Да, у меня есть это окошко. Это окно у меня для... Что после игры дается. Но я его использовать не собираюсь, если вы захотите повторно, чтобы я прошел уже с этим стеклом. А, тю! Я думаю, чем? Где топор? Алло, атакуй. Ясно. Thank you.
Успею. Где я? Окей. А топор? О, переключатель. Ну, как я понимаю, это был босс, и он был легким. Третий. Остался один. Очень легкий босс, на самом деле. Легче некуда. Просто стоишь и бьешь выдвигать шихери. Блин, меня вот бесит то, что здесь FPS очень мало. Так, готовимся, если что, прятаться. Хоу-хоу-хоу-хоу. У нас что, здесь анты? Хорошо, здесь можно застопиться, значит нужно будет бежать и закрывать дверь. Да, придется убегать. О нет, о нет. Ладно, просто идем за ним. В принципе, если понимать, как он ходит, сложности не возникнет. Иди в сраку. Короче, я понял, игрушки трогать нельзя. Борис, Бенди, Борис. Нужно будет знать, есть еще игра тоже про уже Бориса, там выживание. Ну не знаю, я в нее немножко поиграл, она довольно скучная на самом деле. Ну типа одну серию я смогу записать. Вопрос, куда он пропал? Он просто исчез.
Он же не призрак. Ну, вы видите, на такой поверхности с ним можно бегать. Я верю, что есть что-то особенное в каждой из нас. Благодаря настоящей внутренней силе, мы можем решить даже самые сложные задачи. Вы просто должны верить в себя и оставаться честными. Мотивировать и, прежде всего, тем, кем мы являемся на самом деле. Хорошо, давайте остановимся прямо здесь, хватит на сегодня. Я больше не могу нести эту чепуху. И скажите, ребята, в письменной форме, что я хочу больше... использовать слово «мечтать» в каждом сообщении. Продолжайте кричать об этом, понятно? Мечтать, мечтать, мечтать. Люди просто верят на... Так, люди просто ведутся на это. Что? Это все еще работает? Ну, включите же, черт возьми. А что за лифт? Подожди. Ну ладно, я успел от него в какой-то... Какого черта он за мной шел? Откуда он взялся? Ух ты ж, ё-моё. Демон против прожектора. Ну, мы поняли, кто победил. Ага, дверь я уже не закрою, если буду бегать. Если что, туда бежим. Так, сейф-комната у нас есть там наверху. Сейф-комната здесь, сейф-комната здесь. Просто стану здесь, чтобы на всякий случай... Ладно, это было страшно. А, наверху призраки. Ну, слушайте, это дом с привидениями, поэтому... Да. Хотите узнать? Или поедем сейчас? Либо на этом закончим. Давайте, наверное, на этом закончим, потому что поедем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так как у нас уже был босс. Поэтому всем пока.